контест. От Дишок. Привет всем, друзья! Вы на канале Финскейт, меня зовут Фарен. Сегодня у нас в городе Калининграде проходит контест. От Дишок приехал Дима Флин и еще один парень за Adidas катается, как мне сказали. Не помню фамилию, вроде бы он... я его видел где-то в каких-то видосах, но не запомнил имени, фамилию. В общем, друзья, приятного просмотра. Лайки, подписка, не забываем. No heat, goddamn, goddamn. I'm about to grab that seat. Ain't nobody mad at me. Like, oh my god, I'm about to.
until I got a dream in your hand. Everyone climbing the yes, I've been snapping, ain't waiting for someone to hand me a man. B.I.G. be the way I'm flexing, 319 for the way I'm dressing. Anybody wanna talk about the way I'm Контест проходил следующим образом. По три человека даются 2 минуты на катание по всему парку. Делаешь любые трюки, судьи, то есть Дима Флинн, помечает, кто пройдет дальше уже в финал. 10 человек выйдут в финал и будут соревноваться между собой без трик. То есть за лучший трюк будет даваться денежка. И чем трюк лучше, тем, естественно, больше. Поэтому приятного просмотра. Надеюсь, вам вот сейчас действительно понравится. Ребята покажут свой максимум, то, что они умеют на этих спотах в этом скейт-парке. Приятного просмотра, друзья. Каждый день я буду вас подзывать к Диману. Диман будет вручать. Аккуратненько. Отлично, 50-50. Нет, 50-50 по всей. Марс припер. Так, ребят, не кипишуйте сильно, есть время. Ох, драйвейчик. 2 сотки. Impossible. 8-й сзади. 100 рублей есть? Есть. Вот это урок был вообще. Пауфер.
Вот там поддержка, серьезно, этот бэксет. Немножко грязненько. Я, пожалуй, опа! Ой, это так красиво, он выводит, старается. Как минимум близится к 10 количеству. Пока мы все готовы раздадим, лично уверен, что мы сможем. Очень близко. Даже там кровь уже на вашей стороне. Ребята, я жду фронтборда этого молодого человека, ну-ка. Молодец, давай, давай, еще чуть-чуть.